Значит, мы встречаемся в первый раз в таком формате в городе Таллине. Спасибо, много книг вот, торговой сети организовали эту встречу. Поэтому, в общем-то, вы все, я понимаю, не случайно пришли, книги читали, видели, слышали, знаете. Поэтому мы пообщаемся в режиме вопрос-ответ. Можно немножко пару слов сказать, конечно, как так, это все произошло, так, откуда это все взялось? Началось это трагическое довольно событие. Умер мой командир, который тут один из главных героев всех этих книг. Он умер 59 лет. Мне стало обидно, что о нем никто же, вот он умер, и о нем никто не вспомнит. И я решил начинать какие-то истории писать в интернете про него. И какое-то количество людей дополнительно о нем узнает. И это началось и вылилось в итоге в цикл книг «Акулы из стали». Ева Эллер – это художник-иллюстратор, которая оформляет все мои книги. Ну, она не только мои оформляет, но мои все оформляет. А почему у вас нет, на первой книжке вроде как человек безликий, почему так? Мне было интересно поиграть с образом подводной лодки, поэтому я решила использовать перископ и сделать из него существо. То есть это существо, оно символизирует подводную лодку. Да, а потом просто я поняла сама, что мне интересна книжная иллюстрация. Так Эсте увидел тоже какой-то потенциал, начал обращаться с другими заказами тоже. И сейчас мы очень-очень много сотрудничаем. А здесь в стране агрессии не пробовали? Нет, ни в одной стране не пробовали, Ну, во-первых, я не пишу там каких-то таких уж совсем секретных данных. Тех, которые не были заранее где-то и так известны. Первый раз помните, как подошли к подводу? Да, помню хорошо, да. Это было страшно, конечно. Но все равно было интересно. Ну, было все интересно. На «Акулу» я попал уже после 4-го курса. Еще один.